Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на стриме 1 Хрэйплей, первый сер, мне здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня вам покажу новую модельку, просто новую модельку BMW M5i60, какая просто охуенная. Вот, вы можете ее наблюдать, но диски пока стоят не те, какие должны стоять. Я сейчас доеду до СТО и поставлю на бэху стоковые диски. Да, наконец-то на бэхе будут стоять стоковые диски, именно стоковые диски на бэхе будут стоять. И это очень круто, я посмотрел еще вчера, модпакер слил эту модельку у себя в группе, ссылка на группу будет в описании, пацаны, подписывайтесь, это не реклама, а просто благодарен человеку, потому что я давно просил, чтобы на бэхе сделали нормальные колеса. Что в этой модели улучшено? Улучшена сама модель полностью и более оптимизирована, также улучшена оптика, я думаю, может вы заметите, я честно чуть-чуть заметил, что задняя оптика более ярче так стала и передняя более такая... красивее стала оптика. Да, она без номеров, пацаны. Устанавливать надо эту модельку через GTA Crazy. Я думаю, вы умеете устанавливать через GTA Crazy. Если не умеете, то давайте пишите в комментариях, кому нужно там. Если у вас будет много людей, то я обязательно сниму видосик. Кстати, вон вы уже спалили бэху на стоковых дисках. Она выглядит просто бомбезно, реально, чуваки. Просто выглядит бомбезно. Так, пацаны, дайте я проеду. Спасибо. Да, сейчас бы дэмить. Просто красавчики, блин. Ой, блядь. Просто я удивляюсь таких неадекватов. Давайте дойдем до банка, я сниму бабки, потому что стоковые диски поставить стоит не бесплатно, как бы, поэтому... Сейчас я зайду в банк, сниму бабки, надо будет еще тачку починить, поэтому... Как-то так. Все, я снял бабки, 100 тысяч у меня есть, я думаю, этого вполне себе хватит. Давайте заедем, короче, и... Починим сейчас ее как раз. Это еще 100 Джонни Прайта, моего дружбанчика. Так, починить. И сейчас поставим стоковые колеса. Так, диски. И выбираем стоковые. Вот, стандартные диски. Пишем тюн. 45 тысяч тоже не стоит. Ну, ладно, покупаем. Вот теперь, как она выглядит на стоковых дисках. Давайте я отъеду вам сейчас подробненько так покажу. Я просто реально в ахрене. Она очень круто выглядит. Серьезно, очень круто выглядит. On my coffee as I write another hit. At times I get cocky, so I keep a joint lit. That rhymes. T-shirt the same color as my skin. That's white. Last name tin cup. They say it fits. Are they right? Right now everything's perfect. Not feeling like myself, but it's all feeling worth it. Yeah, I'm feeling cursed, but I swear I felt worse. Felt worse. Давайте я заглушу ее. Ну блин, эти диски просто волшебные, реально. Кто не знает, эти диски идут стоковые салона BMW. Их уже, конечно, не выпускают, эти BMW M560. К сожалению, да. Вот именно такие диски идут с завода на ней, понимаете? И они очень классные. Хаммоны реально просто отдыхают. Ну, хаммоны тоже неплохие, в принципе. Но именно вот эти диски просто охрененные, реально. Просто охрененные. Давайте я сейчас с первого лица вид включу. Смотрите, просто как она смотрится. Реально очень круто смотрится. Как по мне, прям просто соска. Просто, блин, бомбически выглядит. Моделька реально как-то лучше стала, более качественней. Диски просто эти охрененные. Видите, это M-диски, там еще шильдик есть M и значок BMW. По салону вроде бы ничего не поменялось. Как я посмотрел, вроде бы реально ничего не поменялось, но... Моделька очень круто выглядит, пока номеров нету, потому что, ну, возможно, кстати, эта моделька будет в модпаке Амазинга, я надеюсь, она будет, но она просто охрененная, просто, блин, так она классно выглядит, я реально вчера просто зашел, уже поздно, где-то часов 11, поставил ее и просто, блин, охренел, реально она очень круто выглядит на этих дисках, и сама модель лучше стала намного. Не обращайте внимания, что капот вниз открывается, это баг самой модельки КРМП.
принципе, двигатель здесь вот 10, 500 чем-то там сил. Я точно вам не могу сказать, смотрите, просто какой мотор. V10 просто, вы представляете? Просто мощь. В багажнике тоже ничего не поменялось, хотя я всегда бы, не знаю, может, автомат положил бы, там, не знаю, калаш, либо что-то еще бы положил. Ну, автомат и калаш то же самое, блин. Канистру там, может, сумку какую-то спортивную, было бы прикольно, потому что багажник пустой. Ну, не знаю, конечно, вряд ли кто-то багажником особо пользуется, но я пользуюсь, потому что у меня аптечки, ремки часто лежат. Поэтому было бы круто, если бы что-то засунули в багажник. Вот знаете, что бы я сделал? Я бы вот сюда номера здесь же скрепятся, по идее. Я бы себе хотел бы рамку, ну, именно именные номера сделать. Да, они будут именно только для меня видны, но, блин, было бы круто. Номера, чтобы были, типа, такие, Кирилл Гейм. Такие номера были, что, посмотрите, вот так вот. Ну, именно вместо цифр и букв, именно вот Кирилл Гейм было написано. И вот эта рамочка, что была Ютуба. Я считаю, было бы очень круто, но я не умею делать эти рамки. Не знаю, модпакеры навряд ли сделают, хотя... Блин, ну это просить его тоже. У меня с ним прямой связи, повторюсь, нету, пацаны. Я просто группу его нашел и там смотрю все первые новости про модпак. Там их очень много, поэтому советую вам посмотреть. Повторюсь, ссылка есть в описании. И сзади бы тоже, чтобы Кирилл Гейм было, тоже написано вот так вот. Тоже вот так, Кирилл Гейм. Я думаю, было бы, смотрелось бы очень круто, на самом деле, если бы так вот было бы. Вот, тоже Кирилл Гейм вот сюда бы приклеить. Ну, тоже, чтобы именно номера были, рамочка и написано Кирилл Гейм. Блин, было бы очень круто, я считаю. И чтобы монитор, короче, видите, вот монитор, чтобы был мой канал. Было бы очень круто, блин, если бы сразу такую модельку поставил. Просто, чтобы чисто моя была. Да, я только буду это видеть, но все равно, это очень круто, реально. Кстати, скачать вы можете эту модельку тоже... Я ссылку оставлю, на где можете скачать с группы модпакера, качайте там два файла, закидывайте в GTA Crazy и просто заменяете бэх, какая сейчас модпаки Мазинга, на эту. И все будет у вас фурышить, я сразу сделал, и сразу все у меня работало. Ну, салон вроде бы не поменялся. Жалко, он не красится, правда, хотя, по-моему, не, он красится, да. Он красится. Ну, блин, очень классная моделька, серьезно, я просто реально от нее кайфую. Кстати, я вот не помню, на Бэхе есть люк или нет на М5. По-моему, у них нет люка, типа, чтоб жесткий кузов был. У ММК же нету, по-моему, люка, если я не ошибаюсь. Надо будет глянуть, напишите, кто знает. Хотя я могу сам глянуть, в принципе. Но реально, у Бэх вроде М5, именно у М5-60, по-моему, нету люка. И у F10 тоже Бэхе нету люка. Я реально не помню, блин, просто смотри, как она выглядит. Это просто, блин, бомба. Это реально просто бомба. Да, там многие напишут, вот, ты, типа, восхищаешься пиксельной моделькой. Ну, блин, пацаны, она очень крутая. Просто, понимаете, это моя любимая тачка, реально. Я просто от нее кайфую. Она реально просто великолепная. Серьезно, она просто охрененная. Других слов я подобрать не могу. Реально, тачка очень годная. И мне она очень нравится. Блин, я уже разбил ее. Просто красавчик. У меня ремки нету. Repair car. Нет, нету. Ну, ладно, похер. Ну реально, моделька очень годная. Просто. Советую всем установить, кто хочет там. Потому что, ну, она намного лучше и круче, чем сейчас моделька на Мазинге. Модпаке Мазинга. Это новая модель, какую модпакер улучшил и поставил вот такие вот охрененные стоковые диски. Реально, это очень круто. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.